9 декабря в Усть-Каменогорске, Республика Казахстан, состоялось заседание комиссии по проверке готовности завода «Азия-Авто» к началу серийного выпуска автомобилей «Нива». В состав комиссии, возглавляемый председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «АвтоВАЗ» Владимиром Каданниковым, вошли руководители «АвтоВАЗа», «БиПэК Авто», завода «Азия-Авто». Комиссия установила полную строительную готовность зданий и сооружений, а также наличие оборудования, оснастки и инструмента, соответствующего современным мировым требованиям автомобилестроения. Члены комиссии считают, что завод «Азия-Авто» готов к организации серийного выпуска автомобилей в расчетном объеме не менее 10 тысяч автомобилей в год. Поставлена задача организовать, начиная с 10 января 2003 года, работу по товарному производству автомобилей. Общая стоимость проекта производства составляет более 46 миллионов долларов США и предусматривает, кроме сборочных и испытательных линий, установку линий сварки и окраски. Для «АвтоВАЗа» проект создания автосборочного завода «Азия-Авто» имеет важное значение – в плане расширения географии поставок и выхода на принципиально новые рынки, что позволит сбалансировать увеличивающуюся программу производства автомобилей непосредственно на «АвтоВАЗе» в соответствии с потребностями российского рынка. С учетом передачи производства автомобилей «Нива» не только на «Азия-Авто», но и на предприятия, расположенные в Эквадоре, Египте, Украине и ряде других стран, это позволит значительно снизить отрицательные последствия сокращения производства внедорожника «Нива» с выходом на российский рынок нового внедорожника «Шевроле-Нива». Производство совместного предприятия GM АвтоВАЗ.